В аэропорту Львова задерживаются рейсы лоукостера «Орнест». В аэропорту Львова на несколько часов задерживаются рейсы авиакомпании «Орнест» Венеция-Львов, Венеция-Львов, Рим-Львов. В международном аэропорту Львова предупредили о задержке рейсов авиакомпании «Орнест». Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба аэропорта в своем Facebook. Отмечено, что задерживаются рейсы Венеция-Львов, Венеция-Львов, Рим-Львов. В частности, рейс ОРН-297 Венеция-Львов задерживается с вылетом до 13:30, а вылет из Львова задерживается до 21:30. Также сообщается, что рейс ОРН-238 Львов-Рим задерживается с вылетом до 16:00, а вылет из Рима задерживается до 18:50. Напомним, ранее в аэропорту Львов задерживаются рейсы из РР. Перед этим сообщалось, что в Борисполе люди полдня ждали рейса компании из РР в Египет под присмотром полиции. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.